Привет, с вами снова я, Олег, технолог компании Fine4. Сегодня мы покажем вам одно из решений по укладке кварцвинила в ванной комнате. Почему было принято решение уложить кварцвинил в ванной комнате? Кварцвинил, безусловно, влагостойкое на 100% напольное покрытие. Но оно еще и теплое, не скользкое. Для того, чтобы уложить его действительно хорошо и у нас не было никаких проблем с влажностью, мы будем укладывать его с герметизацией по периметру. То есть мы оставим его свободно лежащим напольным покрытием, но по периметру мы его уложим таким образом, чтобы вода никак не проникла под напольное покрытие. А замки, как вы знаете, у кварцвинила влагонепроницаемые. Итак, начнем. Для герметизации периметра мы используем силиконовый санитарный герметик, который не приклеивает плитку к основанию и оставляет ее свободно лежащей. Абсолютно влагостойкий пол с влагонепроницаемыми швами и примыканиями у стен. Гигиеничный пол, который легко моется с применением любой бытовой химии. Отсутствие термических швов как сосредоточение грязи и бактерий. Ощущение тепла от пола даже без подогрева. Возможность применить систему «Теплый пол» для создания дополнительного подогрева. Долговечный надежный пол, не колется, не стирается абразивом, не повреждается от падения предметов. Поверхность напольного покрытия не скользкая, травмобезопасная, даже на мокром полу подскользнуться невозможно. И, конечно же, красоту дерева с эксклюзивным декором. Следующим этапом отделки этой ванной комнаты будет облицовка стен. Угадайте, чем мы будем облицовывать стены? Это будет клеевой кварцвинил. Они будут гигиеничные, также абсолютно влагостойкие. Надеюсь, это будет красиво. И вы это обязательно увидите. На этом все. С вами был Олег. Подписывайтесь на наш канал Fine Floor Russia, группу ВКонтакте и Инстаграм. Пока-пока!